Всем привет! Вчера в своем сообществе я делала опрос, какое видео сегодня для вас не сделать, какое видео для вас не выложить. Поход в магазин «Пятерочка» и «Магнит Косметик» с обзором цены полочек, либо распаковку посылки из интернет-магазина «Золотое яблоко». И абсолютное большинство из вас нажали кнопочку, что хотят поинтересоваться, что же я там заказала в «Золотом яблоке». Ну, я, естественно, делаю все, как вы хотите, поэтому сегодня мы распакуем эту замечательную посылку. Я сейчас пойду накрашусь, умоюсь и вернусь к вам. И мы вместе с вами все распакуем и посмотрим, что же в этой заветной коробочке. Прежде чем снять видео, нужно хорошо подготовиться. Я помыла уже волосы и нанесла свою чудо-масочку, которая стала открытием месяца. И весной я очень активно ухаживаю за кожей лица, чтобы улучшить рельеф, цвет и сузить поры. Ну и, естественно, минимизировать морщинки. Итак, вот я и готова к труду и обороне, немножечко по-домашнему, но это же так хорошо, поэтому давайте приступать к распаковке этой замечательной посылки. Заказала я там два аромата, один из моих хотелочек, а второй новиночка, парфюмерная новиночка, которую я тоже очень и очень хотела, потому что то, что содержится, должно содержаться там, у нас же все запаковано, поэтому опять у нас эффект неожиданный. Будет присутствовать. Кстати, я не помню, прилагались подарки либо нет. В общем, второй — это шикарная новиночка от моего любимейшего бренда. Все, открываем. Так, открываем. Gold Apple. Солнечная такая летняя коробочка, напоминающая нам о лете. О, и тут даже есть подарки. Тут, как обычно, вот это вот накладнушка. Тут есть подарочки. Давайте посмотрим, что тут за подарки. Так, кто мне коробку-то поставить? Ставлю сюда коробку. Давайте посмотрим. Там, по-моему, даже есть парфюм. Это Sample Set. Ну, кстати, интернет-магазин... Опять хотела сказать рандеву, почему-то нет. Золотое яблоко не всегда вкладывает подарочки. Это, знаете, уже как повезет. Раз на раз не приходится. Ух ты, да тут такое. Смотрите, тут довольно-таки хорошее наполнение. Ну, наверное, потому что заказ у меня на довольно-таки внушительную сумму. Тут много чего интересного. Первое, это прям когда я вижу сашетки, я с замиранием сердца. Особенно если это уходовые средства, потому что уходом на настоящий момент... Кожа лица, тело, рук, я очень озабочена, потому что весна, а витаминоз, кожа тусклая. И я пытаюсь и порой успешно нахожу разнообразные вот такие вот сверхмегадейственные средства. Итак, что у нас тут? Essential Milk. Бренд Comfort Zone. Первый раз такое вижу. Это у нас что? Молочко очищающее. Ура! Возьму на дачу. Большое спасибо. Золотое яблоко. Тут смотрите. Ого! Это, по-моему, что-то для волос. И это от моего любимого бренда. Шампунь для волос. Роскошь блеска от Estelle. Надо посмотреть, чтобы он был обязательно бессульфатный. Если он бессульфатный, то есть подходит для наращенных волос, я его оставлю себе. А если нет, то тогда кто-то из вас найдет эту прекрасную миниатюрку в объеме целых 50 мл в подарочек, когда вы мне будете заказывать от Ливантики. И парфюмерный подарочек. Та-дам! Смотрите, что тут у нас? Gucci Bloom Eau de Toilette. Это новинка, да? Gucci Bloom в туалетной воде. По-моему, это новинка либо конца 2021 года, либо вот сейчас начало 2022. Ну, прям даже хочется потестировать. Но сейчас я этого делать не буду, потому что на это есть очень веская причина. Какая? Сейчас расскажу. Так, что в этой коробке? Здесь очень много змеиной вот такой вот кожи, которую фирменным способом, таким крафтовым, как это говорится, постоянно забываю это слово, запаковывает интернет-магазин «Золотое яблоко». Итак, в общем, подарочками я довольна. Кстати, не всегда такие классные присылают. И вот тут вот у меня та-дам, два аромата. Ну что, с каким будем знакомиться первым? Я знаю, с каким я буду знакомиться первым, потому что он молекулярный. Он такой весь из себя, состоит из ЕСО, супер. Так, все,
Ну что, давайте начинать, и я с трепетом вам показываю первый парфюм. Так, с какой стороны его правильно показывать? Вот, смотрите, что это. Это, по-моему, четвертый парфюм в коллекцию моих ароматов от бренда Eccentric Molecules. И аромат называется Eccentric 01 Eccentric Molecules. Великолепная творение Геза Шёна, основанное на той самой молекуле афродизиак изое супер. Постараюсь культурно открыть, но не уверена, что у меня это получится, потому что я открывальщик этих слюд еще тот. Ну и потом я все равно эту слюду выбрасываю. Зачем она, да? Зачем она мне лично нужна? Может, вам она и нужна, мне она точно не нужна. Тут у нас, смотрите, QR-код, вся информация, все как полагается. Но золотое яблоко мы же все знаем, они официалы. Так, раскрываем, раскрываем. Ну, вы уже поняли, почему этот аромат мы открываем с вами первый. Потому что он по-разному раскрывается на каждой коже. Это молекулярная парфюмерия, но вся линейка не просто молекулы, а с приставкой эксцентрик, то есть, да, она содержит более богатый состав разнообразных ингредиентов. Так, вот он там. Пишите мне, пожалуйста, какая из молекул, какая из произведений Гизы Шона является вашей любимой. У меня вот целых 4 любимых парфюма от этой марки. Так, вот тут стандартненько, вот так вот все открывается, не забудьте налить чайку, кофейку, потому что я просто кайфую, надеюсь, вместе с вами, когда распаковываю эти дивные коробочки, поэтому видео немножечко затягивается. Кстати, не забудьте подписываться на мой канал YouTube Ольга Тверская, и, кстати, переходите на Яндекс.Дзен, там тоже бывает что-то интересненькое и новенькое, именно то, что вы не найдете на YouTube, все ссылочки я оставлю. Так, ставлю сюда для наглядности, вот так вот. Так, и давайте рассмотрим флакончик вблизи. Ну, красота же, правда, сверкает, переливается. Ну что, будем его наносить первым, потому что все знают, что шлифовать ароматами Eccentric Molecules можно вообще любые парфюмерные композиции. И при этом иногда можно даже получить новый парфюм такой по звучанию, либо усилить его какие-нибудь особенно сексуальные аспекты. Так, где у тебя кнопка? Прям, и вас по душу. Ну, я думаю, вы не против пахнуть таким замечательным сексуальным ароматом в такую прекрасную весеннюю погоду, которая, по крайней мере, сейчас стоит у нас. О, это прелесть! Это древесный цветочно-мускусный воздушный парфюм, в котором сразу в первых нотах слышится та самая загадочная афродизиакальная молекула изои супер. И причем она тут находится на божественной подложке из нежнейших ирисов, чуть-чуть щекочущего сексуального носика розового перца и сочного кисленького, бодрящего лимончика. Балдеж! Буду использовать его летом и в хост, и в гриву вместе с остальными ароматами из этой линейки, которые имеются в моей коллекции. Просто люблю, просто красавчик. Ощущаю великолепно. Вот, кстати, просто молекулы, они для меня иногда пахнут деревяшками, иногда пахнут лесопилкой, а вот именно эсцентрики – это совсем другая история. Поэтому советую вам познакомиться. Так как этот флакончик объемом целых 100 мл, а я обычно себе оставляю где-то миликов 25-30, то этим великолепным парфюмом я с огромным удовольствием с вами поделюсь. Это шикарная парфюмерная композиция на лето, на теплое время года, ну и вообще на любой сезон. Eccentric Molecules, Eccentric Molecules, как тяжело это произносить, 01 Eccentric 01. Ага, вот такая вот красота у меня сегодня. Порадуйтесь вместе со мной. Ай, красотища! Ну и сейчас будем переходить ко второму аромату. Так, надеюсь, вам хорошо будет видно для наглядности. Ой, блестит, переливается, какая же красотища. Так,
Футболочка у меня не очень отглаженная, но зато она такая комфортная. Ну, в общем, у нас сегодня с вами такое домашнее видео. Ну, вообще, я при параде, сейчас одену красивую одежду и пойду на шопинг. Тем более, мне нужно забрать еще парочку посылочек. Ну, еще зайду, может быть, какую кофточку присмотрю себе на весну, потому что погода просто великолепная. Так, ну что, как вы думаете, что еще? Что следующее у меня там было в посылке? Золотое яблоко, я сама смотрю, вам не показываю, какая я бессовестная. Вот, смотрите, это аромат из приватной линейки бренда Lancôme. С брендом Lancôme, как с их уходом, так и парфюмерией я очень и очень дружу. И мало того, мы здесь с вами видим новиночку под названием «Роза Пиония Maison Lancôme». Eau de Parfum, парфюмерная вода. Кто уже познакомился с этим ароматом первее меня, потому что приобретала я его вслепую, у нас эта линейка в городе не представлена, ставьте видео на паузу и пишите, пожалуйста, мне свои впечатления. Так, куда я делала миссис ножнички? Так, открываем, открываем. Смотрите, я уже учусь хорошо открывать, но что-то мимо. Мимо-мимо, попала мимо. Ну, смотрите, коробочка, да? Это просто загляденье. И сама коробочка, и флакончик. Такой флакончик я буду держать впервые в руках, с вашего позволения. Отпущу, чтобы вот так, на чем мне все упадет. Так. Та-дам! Роза Пиония. Этот парфюм по ароматной пирамиде содержит самые любимые мои ноты, такие как малина, такие как фруктовая роза и, конечно же, звонкий пион. Открываем, вот она там, красота, вы впервые меня видите. И теперь я посмотрела, вот она, красотища, Maison Lancôme. Ну что, давайте смотреть этот флакончик вблизи, пока он еще не заляпанный. Вы только посмотрите. Какая красота! Ну, красотища же, правда, смотрите, как я обожаю эти флаконы. А какой цвет жидкости! Это просто фантастика! Такой вот невероятно благородный розовый цвет. Сверкает, переливается. Покажу вам дно, если вам будет что-то видно, на дне наклейка. Кстати, на эту серию Maison Lancôme огромное количество подделок, так что будьте осторожны. Роза Пиония. Крышечка должна быть на магнитике. Да, все на магнитике, женская игрушка, великолепная, настоящая драгоценность я держу в своих руках, ну вы посмотрите, это украшение любого, знаете, парфюмерного столика, любой парфюмерной полочки будет, вот так вот вам показываю, немножечко дразнюсь, ну я сама, знаете, ну вы представляете, сколько денег я трачу на покупки парфюмерии, все от того, что я настоящий парфюмоманьяк. Итак, ну что, предвкушение закончилось, приступаем к практике, наносим. Ой, ой, сколько много холостых. Балдеж. И вас тоже душу. Заодно и вас тоже душу, чтобы вы у меня вкусненько по-весеннему пахли девочками-девочками. О, божественно. Тут сочетание в самых верхних нотах. Я вам рассказываю самые первые впечатления, потому что... Еще раз повторюсь, парфюмерную композицию я приобретала без предварительного затеста. В стартовых нотах здесь немножечко помадная малиновая фруктовая розочка. Ой, обалденно! И вот сейчас начинает пробиваться нежнейший пиончик. И вот этот пиончик придает аромату, знаете, вот такой вот тягучести, шлейфовости. Да, шлейф здесь должен быть грандиозный. Я бы не сказала, вот как я читала в отзывах, да, что это сверх-мега-свежий парфюм. Нет, это сладко-свежий, фруктовый, розный парфюм. Роза здесь стандартная, такая вот ланкомовская, я имею в виду, то есть с косметическим подтоном звучания. То есть роза здесь пахнет дорогой, уходовой ланкомовской косметикой, что мне очень и очень нравится. Балдеж. Красиво. Здесь узнается ДНК бренда, ДНК этой линейки Maison Lancôme, да? Ну, все это из-за сочетания розы, малины, какой-то пудровости.
И вот сейчас я думаю, что и в базе будут проявляться такие вот женственные древесные аккорды. И древесина здесь именно такая женская, она белая. Белоснежная, и мускус тоже здесь. Да, вот мускус, пиончик в мускусе, довольно-таки сладко, при этом свеже. Такой вот он чистый, при этом текучий, при этом объемный, очень объемный, дорогой парфюм. Никакой не свежачок, как пишут в отзывах. Ничего тут такого сверхмега свежего и простенького, несмотря на такую фривольную жидкость, да, во флаконе. Здесь нет. Это такой солидный, статусный аромат, и он обещает быть сверхмегасексуальным, потому что благодаря комбинации своих нот он априори должен нравиться мужчинам. Покупки своей я очень рада. А давайте-ка мы с вами скомбинируем. Поставлю вот сюда. Нет, где вам лучше видно будет? Нигде вам не лучше не видно, да? Вот сюда мы его поставим. Давайте его скомбинируем с 01 эксцентрик, эсцентрик молекулы. А что же это будет? Мы добавим аромату свежести или нет? Да, мы добавили перчинки. И мы добавили свежести, то есть немножечко переставили акценты, добавили нотку лимона и пудрового ириса в парфюмерную композицию. Получилось просто шикарно. Вот так вот мы с вами поигрались. Так, ну что, мои хорошие, будем с вами тестировать Gucci Bloom Eau de Toilette. Ну давайте до кучи, потому что иначе я этот пробничек куда-нибудь... дену. Так, только мне нужно знать, куда мне это наносить. Куда мне это наносить? А куда мне это наносить? Я не знаю, куда мне это наносить. Сюда в коробочку я не буду. Блатерочки у меня где-то далеко. А вот давайте вот сюда, да, на накладнушечку и нанесем. Накладная из золотого яблочка. Gucci Bloom. Туалетная вода. Стала ли она свежее? Давайте посмотрим. Ой! Вот и давай пшикай. О, пшикнул. Так, ну что? Что тут у нас Gucci Bloom-то новенький? Удивит нас либо нет? Ну, знаете, не особо-то и удивит. Действительно, это пахнет классической версией Gucci Bloom, то есть флагманом. Ну, вот так изрядно посвежее на древесной подложке. И так вот мускусит. И еще, возможно, вот знаете, это виновата эта бумажка. Но что-то я чувствую какую-то какашечную ноту здесь. Туалетная вода, имблум. Какой-то цветок здесь индолит. Тубероза, наверное, индолит. Ну, знаете, у меня уже прошло увлечение нотой туберозы, наверное, поэтому, да? Ну, о, как-то не мое. Не мое. Цветочный туберозный аромат с такой люксовой, прямолинейной туберозой. Угу. Давайте посмотрим, что тут. Ингредиенты тут точно не написаны. Ну, вот чувствуется тубероза, белые цветы по типу гордения, очень много мускуса. И цветы здесь довольно-таки индольные. Пахнет не так мощно, гораздо слабее, чем флагман Gucci Bloom, который, кстати, мне нравился и напоминал мне Honor от бренда Moash. Тут мне даже, вот я сейчас только это вспомнила, что мне напоминал классический Gucci Bloom. А сейчас, вот знаете, у меня даже такого и не промелькнуло. Ну, в общем, очередной проходной фланкер. Если вы еще до сих пор любите ноты туберозы, гордении, белых цветов, то вам по определению сюда. Я уже немножечко переела туберозных ароматов и гордениевых, белоцветочных, вот таких вот слегка ядовитых. Хотя вообще Honor Moash я бы не против была повторить свою ароматную коллекцию. Он у меня в вялотекущих оттенках, но Honor Moash — это же совсем другая история. Итак, вот, дала вам полный отчет. Надеюсь, вы остались этому рады, порадовались вместе со мной. Всеми ароматами я буду делиться, естественно, да, потому что если я не буду делиться своими ароматами, я просто не смогу вести дальше свой YouTube-канал. Вы же видели, какие цены, да, и просто все вот это вот, то, что хочется, не купить в полноразмерных флаконах. От Ливантики, конечно, они в 10 раз дешевле и, конечно же, доступные, да. Итак, на этом я уже буду
буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Вы под него отдохнули, развлеклись, переделали все свои дела. Может быть, приготовили, а может быть, даже и вздремнули. А я вам всем говорю пока-пока. Конечно же, всех целую. До свидания и до скорых новых встреч. Конечно же, еще увидимся.